могу. Форточки все открыты. Да? Открыты, открыты все. Потому что очень просто тяжело и душно. Что я хочу сказать, что выставку, которую я сегодня увидела, она меня поразила. Поскольку я сама пытаюсь немножко всю жизнь рисовать, что-то делать, и мне кажется, что и музыка, и графика, и живопись, это все идет одновременно. Я получила необыкновенные впечатления, я человек очень искренний и резкий в каких-то случаях, от того, что я сегодня увидела. И сегодня я постараюсь вас не утомить, естественно, но то, что я буду играть, это напрямую связано именно с живописью. Я сыграю вам картинки с выставки Мусоргского. Специально ничего не буду называть, вы сами все узнаете, вы настолько образованные, интеллигентные все люди, что и без моих комментариев вы разберетесь. Ну, там французский рынок, там дети, два спорящих польских торговца, там Баба-Яга, вообще Тюильри. Вы все услышите. И вот моя задача на сей раз, дай бог, если она удастся, чтобы это были действительно картинки. Может быть, картины. Может быть, я много на себя беру. Ну, как получится? Между ними, между всеми, вставка от автора, от Мусоргского. Сейчас этот концерт прошел в консерватории, но остальное будете судить сами. Если будет очень душно, что-то там... Постараемся. Поддувайте. Форточки все открыты, все окна открыты, все буквально открыты. Я бы хотела еще только два слова сказать, что это сочинение я играю очень давно. И оно для меня именно связано с той Россией, Русью, вернее, которая осталась. Тут будет очень много и дорог широких, и колоколов, и каких-то удивительно характерных, именно русских вообще образов, которые сейчас уходят, к сожалению, но вот в этом сочинении они есть. Thank you.
Thank you.
На прощание я скажу. Скажу совершенно другое. Но скажу очень дорогую для себя пьесу. Я ее недавно выучила. Недавно я играю. Это испанская пьеса. Был такой фильм, но вы все настолько все это знаете, я не сомневаюсь. А у Альмодовара был фильм «С тобой поговорю» или что-то, в общем, какое-то было название. «Поговори со мной». Вот. И там поет совершенно безголосый, абсолютно испанец. И от автора идет текст. Это я когда слушаю Энрике, по-моему, я сейчас уже не помню, этот фильм у меня записан, то мы начинали плакать. И вот в этой песне, в самой по себе, я, мне кажется, это Россия, Испания, если бы, так сказать, мы все были умные, музыкальные и художественно одаренные, то это страны, две страны близких. Но суть не в этом. И вот в этой пьесе, которую я вам хочу сыграть, в испанской пьесе, по-моему, как раз есть все. Прожита такая короткая жизнь, но очень яркая. Сказать, что зачин концертов в этом здании сделан.
сделано.